Вот. Диана, это что, глаз? Я к этому окулисту не пойду, не пойду, не заставите! Дианочка, посиди пока в коляске, я сейчас проверю, готовы ли там Катя и Макс. Хорошо, мамочка, а куда мы все идем? Дианочка, мы все идем на ежегодный осмотр окулиста. Ух ты, это там, где нужно зубки показывать. Нет, Дианочка, окулист смотрит глазки. Будешь показывать глазки. Катя, ты готова? Мы скоро выходим, поторопись. Хорошо, мама, я почти готова. Макс, Макс. Ой, Макс, а почему ты стоишь в углу? Ты что, с утра уже успел что-то натворить? Макс. Нет, мам, я ничего не натворил. Просто я знаю, что мы должны идти к окулисту, а я к ней не пойду. Поэтому заранее встал в угол, типа ты мне наказала. Макс, ну я не буду тебя наказывать. Ты просто пойдешь со мной к окулисту. Это обязательный ежегодный осмотр. Мама, да я не пойду. После первого ежегодного осмотра меня потом полгода в школе очкариком называли. Я больше не хочу носить очки, вдруг опять пропишут. Макс, ну если бы мы не пошли в тот раз на осмотр, ты бы очки носил не полгода, а всю жизнь. Нужно заранее проверять свое зрение, и можно его исправить. А если запустить, то исправить уже не удастся. Давай, все, без разговоров, собирайся, идем к окулисту. Мама, ну может месяц без компьютера и обойдемся без окулиста, а? Макс, ну если хочешь, можем месяц без компьютера, но к окулисту мы все равно пойдем. Пошли, одевайся. О, не-не-не, ладно, так и быть. Мама, подождите меня. Ну что, все готовы? Пойдемте. Мама, а мне выпишут очки? О, точно, Дианка, твоя очередь, пусть тебе очки выписывают. Не знаю, Диана, врач посмотрит и решит. Мам, ну вон, смотри, дверь закрыта и тишина. Может, окулист сегодня не работает, а? Пойдемте домой. Макс, окулист сегодня работает, я же записывалась. Нас позовут, имей терпение. Мама, а может ты это, на завтра записалась? Ну, или на послезавтра, и перепутала, а? Пойдемте домой. Макс, а кто с мамой пререкается, тот первый к окулисту идет. А, не-не-не, мам, я последняя, ладно? Все, я молчу. Мам, а это, может постучаться, может там ее и правда нету, может она заболела, а? Макс! Сиди в очереди тихо и больше ничего не спрашивай. Это же больница. Следующий. О, кажется, там нас вызывают. Макс, ты куда? Ты же первый. А ну стоять. Мама, мама, можно я первая? Здравствуйте, доктор, мы к вам на осмотр. Здравствуйте, сажайте ребеночка в кресло, сейчас я вас осмотрю. Ух ты, мама, смотри, как тут интересно. Везде глазики такие прикольные. Ой, а это что за штука такая? И зачем она окулисту? Не знаю. А это, девочка, за тем, чтобы рассказывать тем, кто не хочет носить очки, какие способы у нас еще есть. Это наш волшебный аргумент. Много кто не хочет носить очки, не знаю почему. Давай я посмотрю твое зрение и выясним, нужны ли очки тебе. Один глазик, второй, один, второй. Вы знаете, я бы, конечно, проверила ее еще по буквам. Она знает буквы? Ну, кажется, да. А что, доктор, что случилось? Что-то не так? А? Расскажите, пожалуйста. Ничего страшного, не волнуйтесь. Как тебя зовут, девочка? Диана. Дианочка, давай попробуй тогда прочитать буковки, раз ты говоришь, что ты их знаешь. И определим уже точно, что делать с твоими глазками. А, Б, В, Г, Д. И что ты такое читаешь? Ничего не читаю. Вы спросили, знаю ли я буковки. Я вам все назвала, какие знаю. Ах, вот что? Нет, я тебя про другие спрашивала. Смогла бы ты прочитать вот эти? Но теперь понимаю, что нет. Так, вы знаете, мне кажется, у Дианы небольшое косоглазие, но его можно исправить. В раннем возрасте поносить немного очки и походить ко мне на прием почаще. Косоглазие? Боже мой, Дианочка. Да, конечно, давайте оденем ей очки. А это скоро пройдет? Не знаю, будем наблюдать. Дианочка, иди, я померяю тебе очки. Ура, ура, мне выписали очки, здорово, как хорошо все видно. Так, проверим. Ну вот, так глазки видят намного лучше. Ну что, кто там следующий? Ой, совсем забыла, хорошим маленьким пациентам мы даем конфетки.
Ух ты, конфетки, здорово, спасибо. Держи. Ай, это что, глаз? Ну да, это глазик, это упаковка конфетки. Я же окулист, и конфетки у меня глазастые. А там внутри вкусная шоколадка, не бойся. Приходи ко мне еще через месяц, мы проверим твои глазки. Вот. Ай, что это, Диана? Диана, это что, глаз? Я к этому окулисту не пойду, не заставите. Да вы что, это конфетка. Доктор меня угостил, сказала хорошим пациентам всем по конфетке. Ого-го себе, это и правда огромная шоколадная конфета. Я тоже такую хочу. Можно я следующий? Здравствуйте, отдайте мне, пожалуйста, конфету. Здравствуйте, а может я сначала тебя посмотрю? Ну, если сразу конфеты нельзя, то давайте посмотрим. Только можно мне очки не выписывать, я не хочу быть очкариком. Я к вам уже приходил. И вы мне выписали очки, и потом полгода в школе издевались. Вот она. Волшебный инструмент для тех, кто очки носить не хочет. Я на кресло, хорошо? Ого себе, сколько конфет. Это у вас что, столько хороших пациентов? Да. У меня очень много пациентов. Все хотят проверить свое зрение, ведь это очень важно, чтобы было хорошее зрение на протяжении всей жизни. Поэтому нужно посещать окулиста хотя бы раз в год. Как ваша мама и делает, водит вас к доктору каждый год. Все хорошо. Отличное зрение. Ты серьезно носил очки? Никогда бы не поверила. Ура, мне не нужны очки. Доктор, отдайте мне конфетку. А не могу я дать тебе конфетку, потому что конфетки я даю тем, кому выписываю очки. Ну так нечестно. А тем, у кого хорошее зрение, конфеты не положены, что ли? Ну, выходит, что так. Доктор, а может вы меня плохо посмотрели? Давайте еще раз. Ой, я плохо вижу что-то. Где тут у вас что лежит? Вот это я не забуду никогда. Ой, кажется, я ничего не вижу. Ай, помогите! Я знаю все ваши фокусы наизусть. Не нужно притворяться. Давай я выпишу тебе солнечные очки, и тогда я смогу выдать тебе конфету. Ого, солнечные очки! Давайте! Здорово как раз! Сейчас весна, будет яркое-яркое солнце и конфетка. Да. Даже если со зрением все в порядке, то в период активного яркого солнца рекомендуется носить солнечные очки для защиты своих глаз. Держи. Йоу-йоу-йоу. Спасибо, доктор. Мне так вас понравилось. Я буду приходить к вам каждый год. Диана, Катя, смотрите, что у меня есть. Солнечные очки и огромная шоколадная конфета. Здравствуйте, доктор. Итак, Ну что ж, Катя, у тебя отличное зрение. Поздравляю. Спасибо, доктор. Катя, ну подожди, я пропишу тебе солнечные очки для защиты твоего хорошего зрения. Ух ты, спасибо. А то у Макса были бы солнечные очки, а у меня бы не было. А у меня вон какие, еще красивее, чем у Макса. Спасибо, доктор, большое. Ну что, встречайте, у меня тоже конфетка и солнечные очки. Вы что, уже все? Какие вы у меня глазастые и очкастые. Ну что, понравилось на приеме у окулиста? Мам, мне очень понравилось, я еще буду ходить к окулисту. Ну вот и здорово, на следующей неделе идем к стоматологу. Только не к стоматологу. Интересненько, а если у окулиста конфетки это глаза, то у стоматолога нам что, шоколадные зубы дадут? Ага, Дианка, тогда интересно, что же нам дадут, когда мы пойдем к хирургу? Какие конфеты! Ну что, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Даринелка и смотрите новые мультики. Пока-пока! А вы любите посещать докторов? И каких именно вы любите, а каких совсем боитесь? Напишите, пожалуйста, в комментариях, нам очень интересно. Катя и Макс – веселая семейка. И носите ли вы летом солнечные очки? Защищаете ли свои глазки? Тоже напишите нам. Пока-пока. Интересно, а что все-таки за конфета у хирурга? Мам, а нам к хирургу нужно идти? Детский канал Даринелка ТВ представляет. Подпишись на канал Даринелка, смотри мультики с нами.